Число преступлений в Подмосковье за последние 7 месяцев сократилось почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 43,5 тысячи противоправных действий зарегистрировано в Московской области. Число убийств упало чуть менее чем на 2,5%, грабежей на 3,5%, квартирных краж на 27,8%, угонов на 23,5%. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 5,6%. Продолжает падать и количество преступлений в общественных местах – 7,6%. Сокращение преступности в регионе связано с усилением профилактической работы, проводимой сотрудниками органов внутренних дел. Также камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для поддержания правопорядка в муниципальных образованиях. В связи с участившимися видами мошенничества жителям Московской области необходимо быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников, отметил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев. Однако сотрудникам правоохранительных органов есть еще над чем работать. За указанный период отмечается увеличение количества мошеннических операций, преступлений, совершенных несовершеннолетними, и случаев незаконного оборота наркотиков.